Сегодня печем вот такой хлеб в домашних условиях. Готовим тесто. В миску наливаем теплую воду, добавляем соль, сахар и дрожжи. Перемешиваем. Высыпаем сюда же муку. И вымешиваем тесто. Я это буду делать с помощью миксера. Накрываем тесто и убираем в теплое место на полчаса. Каждые полчаса вытягиваем тесто. И так делаем 4 раза. И оставляем. Рабочую поверхность высыпаем мукой и выкладываем тесто. Вытягиваем вот так. Сверху подсыпаем мукой. Режем вот такими кусочками. И кладем на полотенце. Делаем бортик вот такой. И вот такой еще кусочек режем. Так формируем тесто.
накрываем и оставляем на 20 минут. Но в это время включаем духовку и разогреваем до максимальной температуры. У меня это 220 градусов. Выкладываем тесто на пергаментную бумагу. Придаем форму. Отправляем в духовку. Выпекать буду на чугунном листе 15-20 минут. Хлеб чуть-чуть остыл, сейчас порежу. Хрустящая корочка. Мягко. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!